дыма от якутских пожаров накрыло уже 944 населенных пункта края. Непроглядная серая пелена окутала Ивенкийский и Туруханский районы. Густой смог висит над Красноярском. В городе действует режим неблагоприятных метеоусловий. По предварительным прогнозам синоптиков, уже завтра ветер сменит направление и дымка начнет рассеиваться. Полностью она, конечно, не исчезнет, но дышать, говорят специалисты, будет значительно легче. Ветер будет сменяться, да, начиная с завтрашнего дня. Он постепенно начнет бывать эту дымку, которая образовалась в городе. Она никуда не уйдет, она будет постепенно рассеиваться, превращаться в облака и выпадать в виде дождей. Достаточно ясно, скорее всего, не будет, но улучшения ситуации стоит ожидать.